Находиться в гармонии с природой городскому жителю особенно трудно, но и важно. Чтобы не потерять связь с ней, Татьяна Раевская старается все свободное время проводить на свежем воздухе, в окружении деревьев, у воды или в степных просторах. Именно там мысли чисты, прозрачны и ложатся почти поэтическими строчками на бумагу. Мое было сочинение о природе, о том, как важно ценить природу и почему людям не дано ощущать ее, воспринимать, чувствовать. Как найти гармонию, в чем смысл жизни и что такое любовь? Из поколения в поколение в своих сочинениях 11-классники ищут ответы на вечные вопросы. Самые искренние и пронзительные вошли в сотню лучших сочинений. Юные авторы получили грамоты и ценные призы. Педагоги – почет и уважение. Так в губернии открылся год литературы. В Самарской области огромные литературные традиции. Мы знаем наших писателей, выросших на Самарской земле. Мы знаем, что здесь, в нашей Самарской земле, черпали свои творческие силы писатели, которые известны далеко за пределами нашей страны. Они благодарны нашей благодатной Самарской земле за те творческие силы, подъем, которые позволили им практически увековечить свое имя в истории человечества. Впереди целый год, наполненный творческими поисками и открытиями. «Библионочь», литературный велоквест по творчеству Алексея Толстого, фестиваль «Цветаевский костер», книжные выставки и литературные гостиные. Итоги года культуры подведут в декабре. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Константин Головин. События.